Я родился в Петербурге и восхищался северным модерном на петроградской стороне. Затем любовался югенд-стилем в Риге. И только попав в Бельгию, я понял, что модерн – это не растительный или животный орнамент, не витражи, не изогнутая линия. Модерн, мы называем его ар-нуво, это адаптация фасада под функцию здания. Это оптимальная организация пространства. Это естественная вентиляция и свет. Бельгия – страна традиций, и планировка городского дома не менялась с 15 века. Налог платили с ширины фасада. Поэтому дом узкий – 5, 7, 9 метров. И глубокий – 30-40 метров в глубину. За домом – сад, огород, световой колодец. Поэтому дома узкие, узкая лестница и темное помещение в середине дома. Арта впервые придумал, как победить это. Ни одного такого дома на территории Российской империи построено не было. Возьмем музей югенд-стиля в Риге. Планировка стандартная. Хозяева идут в ванную мимо кухни, еду в столовую несут мимо туалета, нет приточной вентиляции, нет зеркал, нет прозрачных перегородок, нет естественного света. Освещенность в кабинете архитектора такая же, как в его спальне. Это не ар-нуво, это не модерн. Это имитация, адаптация. Хотите увидеть, как должно быть? Смотрите мой канал и потом приезжайте в Брюссель.
мои зарисовки, ни путеводитель, ни пересказ экскурсии. Я очень подробно описал их на сайте. Если интересно, почитайте. Соберетесь в Бельгию, смогу показать все сам. Это улыбка тысячам из вас, кто прошел по улицам вместе со мной, и тем, кто придет завтра. Это отражение нашего мира в гранях антверпенского бриллианта. Хотите узнать больше? Подписывайтесь. Знаете, кому пригодится? Пошлите друзьям. Хотите задать вопрос? Вот адрес. Есть телефон с Вайбером и Ватсапом. До встречи!